первый день весны в техническом университете прошло самое титулованное шоу года «Мистер Нету 2017. Лучшие». 12-й конкурс красоты политеха прошел в новом формате. На сцене соревновались финалистки и победительницы всех предыдущих лет. За 11 лет столько у нас было участниц, да, столько было пожелание еще раз выйти на сцену, не просто в качестве дефиле какого-то, в качестве участия в концертной программе, а вот именно в конкурсе. Поэтому пришли к мнению, что давайте проведем вот такое шоу «Мистер Нету. Лучшее». Самые красивые студентки, магистрантки, аспирантки и выпускницы РНИТУ. Всего 19 участниц. Сегодня действительно у нас очень интересное знаменательное событие. Прямо так чувствуется, что у нас воздух пропитан энергией, чувством красоты, творчества, любви. Поэтому, чтобы долго не оттягивать время, пожелаю вам всем успешного выступления, победы. Оценивали девушек по показам, а не по творческим номерам, как это было ранее. Листали конкурсантки в самых ярких костюмах за всю историю шоу. 6 выходов, столько же номинаций. Но одна из них самая главная – лучшая из лучших. Обладательницей титула «Лучшая из лучших» мисс РНИТУ 2017 становится Ксения Тимиреева – самая титулованная красавица конкурса этого года. В 2013 году на «Мисс студенчества России» она стала победительницей в 4 номинациях – «Мисс стиль», «Мисс элита», «Мисс Европа плюс», «Мисс формула Сочи». Она – «Мисс студенческая краса Иркутска» 2015 года, а все начиналось с университетской «Мисс» в 2013 году. Тогда Ксения вышла в финал, но не победила. Это просто абсолютное счастье. У меня бегут слезы, я очень счастлива. Я мечтала об этом.